У Гомельской области набирая обороты региональная акция «Зберем портфель першокласснику». Школьные наборы уже отримали больше за 600 детей. А сегодня старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей уручил подарунки четверым детям семьи Мушковец, якая проживает у одним из новых микрорайонов областного центра. Татьяна одна выховывает дошку и троих сынов. Усе яны уже школьники, двойнятки Женя и Ягор пошли у первый класс в минулом годе. Тады, перед початком нового навучального года, дети отримали портфели и добрые пожадания от губернатора. Зараз старшня облвыканкама знов завитал гости с віншаваннями. Геннадий Соловей потекавился поспехами кожного из детей и пожадал им цікавой учебы. Керамник области расповел, что у микрорайоне, где живе семья, на этом тыдне заклали камень у подмурок новой школы. Это будет сучасный, цікавый проект с бассейном и разными пляцовками. Завершить проектирование мают намер у листопаде и одразу же приступить до будовництва. Дети признались, что хотели бы в будущем учиться в новой школе. Дети у меня замечательные, они все учатся, друг другу помогают. Учителя у нас тоже очень замечательные. Я очень всем вам благодарна, что вы пришли к нам. Геннадию Михайловичу благодарна. Вы нас так радуете, моих детей. Их столько впечатлений от того, что вот вы приходите, дарите, помогаете мне очень сильно. Я вам вообще сильно очень благодарна. Я вас вспоминаю каждый раз. Я вам всем благодарна. Вы, я вот смотрю передачи, вы многодетным очень сильно помогаете. Я думаю, что люди вам всем благодарны. Я еще одним подарунком для дружной детячей четверки и их мамы сегодня стала экскурсия у инновационно-эдукационный центр безопасности у специализованном лицее при Университете громадянской обороны МНС.